Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Светлана, и вы на канале «Цветочный уголок». Сегодня решила показать вам, как укоренились или не укоренились. Может быть, есть выпады, даже не знаю. Я давно не заглядывала в контейнеры. Это были первые полученные мной листочки на срез бегонии. Там разные бегонии, декоративно-лиственные и природники. Ну, по-моему, в основном природники. Ну, посмотрим сейчас, что с ними на данный момент происходит. Большинство из вот этих контейнеров, а их здесь вот сколько, значит, я укореняла, это первая партия, 23.05. Большая часть из них. Да, есть там немножко и позже. Ну ладно, посмотрим. 23.05. Это у нас, значит, сколько уже прошло? 23.06. Это был месяц, да? Ну, полтора месяца. Полтора месяца. Сегодня 8 июля. Да. Вот. Посмотрим. Так. Первое, это у нас что? Стауди, да, стауди. Такая зеленая, зелененькая, слегка в пупырку бегония. Так, ну, давайте я, чтобы вам так вот видно было поближе. Ну, деток я пока не наблюдаю ни у одного. Вот этого, как сказать, да, листового черенка. Ну, все целенькие, загнивания нет. Вот, выпадов нет. Сейчас я вот так посмотрю снизу. Ну, корней, вы знаете, тоже не вижу корней. Так что, ну, пока думает. Ну, вот. Не хочу дергать, ладно. Пока ничего у этого, у этой бегонии. Ладно. Я их, будут вопросы, естественно. Я их, друзья, не проветриваю. И вот полтора месяца я их ни разу не поливала. Так, дальше. Тоже 23.05. Это фитоенсис. Был большой лист, мне пришел такой прям лопух. Кто смотрел, тот, думаю, помнит. Ну, смотрите, стоят все как солдатики, целенькие. Ни одного также нету выпада, но также и нет ни одной детки, ни у кого. Вот, сейчас посмотрю насчет корней. Ну вот что-то я вижу снизу, какие-то корни. Друзья, я не смогу вам показать, просто все высыпется. Ладно, поверьте мне на слово, что-то есть. Но по бокам, может быть, вот, посмотрите. Мои ногти, друзья, извините за мои ногти, я на даче была. Вот, видите, это корешок, я думаю. Вот еще корневая. Вот, посмотрите. Да, корневая есть. А, деток нет. Ну, вот видите, полтора месяца. Как бы еще нету ничего. Дальше. Вот название. Боюсь ошибиться, так что тоже 23.05. Ох, так, это такое красивое бегония с бархатистыми листочками. Посмотрите. Раз, детка. Два, детка. Три, детка. И, кстати, у четвертой тоже, вот-вот видно, четыре детка.
На всех листочках есть. Здесь были выпады. По-моему, два. Вот здесь один сгнил и вот здесь. Ну, не без... А у этой, посмотрите, с двух сторон, детки, оказывается. Не без этого, друзья. Так что на 100% не бывает ничего. Так что есть, детки, все. Класс. Значит, будут детки. Очень красивая бегония. Все. Дальше. Одна, значит, у нас в плюсе. Дальше. Сейчас я хочу показать сначала, которые были. Вот Silver Jewel. По-моему, тоже была. Что-то я число ей не поставила. Значит, она тоже была 23.05. Silver Jewel. Очень красивая бегония. Мне понравилась. Так. Ну, нету ничего. Вот серединка что-то стала подгнивать. А она, кстати, сгнила, да. Вот видите. Все, я ее убираю. Я ее убираю. Она не нужна. Так, ну ничего нету. Корневая, корневая. Не вижу я снизу корневой. И здесь по бокам, в принципе, тоже нету. Тоже долго думающая бегония. Да, ничего. Ладно. Ничего страшного. Будем ждать, что поделать, да? Так, дальше. Знаете, вот эту бегонию... Почему-то я не подписала. Мне надо будет посмотреть по видео, что это за бегония. Почему-то она у меня не подписана. Это был, по-моему, подарок. Посмотрите. Раз, детка, два, три. Вот здесь идет 4 и 5. На всех черенках, детки. Да, это был подарок, по-моему. И надо будет посмотреть видео, мне обязательно подписать. Потому что без названия это плохо. Ну, раз детки пошли, значит и корневая хорошая. Да, есть. Вот так, вот это все хорошо у нас. А, дальше, дальше. Клеопатра. Клеопатра. У Клеопатры ничего. Ну, по-моему, я ее позже сажала. Тоже, видите, число не написала. Это не ее число. Не написала. Нету у Клеопатры ничего. Так, корневой тоже нету. Ладно. Ждем дальше. Ага. Дальше. Это у нас Сайзмери. Так, не видно, друзья, вот Сайзмери. Такая лохматенькая. Ой, ну здесь красота. Смотрите. Такая лохматенькая была, вот видите, с волосками такими. Большой лист был, да. Значит, что у нас здесь? Две детки пока. Да, две. Там вот не вижу, нет. Две. Вот детка и вот детка. Угу. Кстати, корни, смотрите, вот видите, белые там. Это корни вырезали наружу. Да, корневая есть. Так, не видно. Вот у меня нету... подсветки, лампы нету, чтобы, знаете, свет включать. Ладно. Да, корневая есть, друзья. Ну, раз детки вышли, значит, и корневая есть. Я думаю, так оно и бывает. Вот они, пушистики. Такие пушистенькие, прелесть. Хорошо, я рада. Очень хорошая, красивая бегония.
Так, и вот теперь две бегонии. Я их сажала 0,3. 0,3-6. Тоже месяц уже, да, месяц и несколько дней там. Так, здесь что-то у меня. Вот название. Что-то здесь у меня все не очень хорошо. Да, здесь у меня выпады. Угу. Были маленькие. Что-то я намельтешила их. Маленьких. Вот две осталось. Да, красивая, кстати, бегония тоже такая опушенная. И вот два осталось, два фрагмента. Хоть бы укоренились. Что так прям тяжко она. Так, корни, корни. Вот посмотрите. Вот корешок, по-моему, да? Вот он. Да. Так, друзья, у меня телефон садится. Я вот поставила на пауэрбанк. С пауэрбанком снимаю. Что-то мне... А, ну вот вроде бы пошло. Да, вот на этой бегонии, значит, остановились. Вот она, видите, какая на свету, как полосатая. Очень бы, конечно, хотелось бы, чтобы она дала деток. Ну вот. Так вот пока. Ладно, посмотрим дальше. И последнее у нас осталось. Это вот название. Бучингенсис, что ли. Вот. Так, здесь... Дези, перестань. Дези. Собака у меня сегодня прям какая-то говчунистая. Так, здесь тоже у меня выпады, друзья. Я вот заметила, знаете, какие бегонии? Ну, по крайней мере, по моим наблюдениям. Такие вот, которые опушенные, да? Они более так вот подвержены... подгниванию. Да. Тоже такая вот бегония. Она лохматенькая, опушенная. И вот есть выпады. Так, но это вроде бы все стоят. Так, корни. Так, корневую я не вижу. Снизу тоже не очень видно. Ну, вроде бы так вот, знаете, стоят солдатиками. Не знаю. Немножко, наверное, в этот раз я их по стеночкам также полью. Потому что вот мне кажется, что немножко суховаты. Да. Дези, перестань. Смотри, а. Никогда так не гавкала. Ну, друзья, вот такие дела. На сегодняшний день у меня вот с бегониями. Вот. Будем дальше смотреть, растить. Вот. Все, друзья, на этом я заканчиваю. Собака мне, походу, не даст дальше снимать. Желаю вам всего самого наилучшего. Здоровья, мира, добра. Заходите в гости. До свидания.